Огромнейшее спасибо MVM Петух, Адель и Трэп 3D за предоставленные кейсики и всякие вещи. Ребята, огромнейшее вам спасибо. А также огромное спасибо, я отдельно говорю, Адель, за то, что ты мне скинул просто 100 кейсов. Это так дохренища, просто огромный тебе просто респект. Но если, ребят, кто-нибудь хочет скинуть мне каких-нибудь вещей, то добавляйте меня в стиме, ссылочка будет в описании. Всем здорова, чуваки, с вами снова Изюмчик, добро пожаловать на новый видосик. И сегодня я буду открывать кейсики в Rocket League. Я знаю, вам очень нравятся open кейсы, видосики по Rocket League, поэтому я их буду стараться делать побольше, почаще и получше. Ну а сегодня у нас, ребята, значит, 4 овердрайв кейса и 1 нитро кейсик. Я буду открывать, значит, и посмотрим, что нам сейчас будет выпадать вообще, как нам повезет или же нет. Ну а первый кейсик уже пошел, мне давно не упадала Black Market декаль, мне кажется, я это говорю в каждом выпуске, но да, так и есть. Как бы с этим ничего не поделаешь, Псайоникс мне не хотят давать Black Market всякие вещи, я не понимаю, ребят, за что они меня так не любят, вообще, вот прям вот не знаю. Так, у нас первый кейсик выпадает Эндо Брызги, такая себе декалька, давно это говорил, но тем временем второй кейсик пошел. Кстати, ребят, всем огромное спасибо за то, что поддерживаете меня на моем канале в комментариях, лайками поддерживаете, я очень прям вот рад. И за это вам просто огромнейшее спасибо. Ну а тем временем нам выпадает глянцевый корпус, такая себе декалька, тоже не очень. Скример! Кстати, если сейчас нам выпадает какой-нибудь ширпик, то может быть даже я сейчас сделаю еще даже один крафчик, но это не точно, это совсем не точно. Так, третий кейсик у нас пошел, смотрим. Выпадает печатная плата, фигня, какая-то фигня. Чё-то нам сегодня опять не везет, это очень даже странно. Фигня, декалька. И последний овердрайв кейсик, а потом открою один нитро кейс. И, кстати, ребят, напишите в комментиках, вы хотите именно, чтобы я много нитро кейсов открыл? Или, ну, то есть так вот, типа, немножко овердрайвов, немножко нитро кейсов. Как вот, напишите, я очень хочу, чтобы вы написали, да. И в следующем ролике я тогда постараюсь сделать, как вы хотите. Ну, а тем временем мы открыли все овердрайвы и остался один нитро кейсик. Кстати, вы видите, у меня их много, да, это все спасибо подписчику, просто вот огромнейшее спасибо тебе, чувак. Просто респект тебе, он мне скинул там 24 нитро кейса, это просто супер. Огромнейшее тебе спасибо. Ну что, погнали, откроем последний кейсик у нас сегодня. Пятый кейс, нитро кейс, нам выпадает мобо, декалька мобо. Ну, вроде бы мы скрафтить сейчас ничего не сможем, но давайте все же посмотрим. Я бы сказал, что сегодня нам не очень повезло, совсем как-то не очень повезло, но посмотрим сейчас, может быть, мы можем что-то сделать из редких декалей. Так, здесь мы не можем ничего сделать, вот, из овердрайва, раз, два, три, четыре, о, отлично, как раз, ребят. Давайте комикс засунем вместо вот этого вот глянцевого корпуса. Вот, вот так вот, все. Погнали, принять, да. СЛК, вау. Но они не покрашены, к сожалению. Так что, ну, такое, такое себе. Но все равно, что тут может еще выпасть? Только покрашенная СЛК, самое крутое. Ну, в общем, на этом, ребята, ролик подходит к концу. Я рад, что вам нравятся open кейсы в Rocket League и то, что вы их оцениваете лайкусиками. Ну а я с вами прощаюсь, ребят. Желаю вам всем удачи, всем хорошего настроения, всем хорошего дня. Всем удачи и всем пока! Конец.